Да, нам 40 лет, а в них почти 15 тысяч дней. Ворота зрелости. Сейчас на экране пройдет эта длинная дорога, и мы увидим те времена. А поведет нас профессор, доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и истории СамГУПС Николай Иванович Грибанов. Ну что, дорогие мои юные коллеги, 40 лет прошло, как живет и работает наш вуз, наш институт. Самарский университет путей сообщения. Но когда-то он начинался с КИИТа, с маленького вуза, где было всего 150 человек. 40 лет назад был подписан приказ министра путей сообщения Бещева Бориса Павловича о создании на базе Всесоюзного заочного института инженеров транспорта, который здесь существовал, который возглавлял Сосевич Николай Данилович, о создании базового, серьезного института. Сначала было всего 150 человек. Представляете, как бы маленький какой набор. И был первому ректору, это было очень тяжело, даже собрать 150 человек, потому что под них нужно было создать базу, основание. И первый ректор Евгений Станиславович Павлович все это сумел сделать. Сумел заложить основы, перспективы нашего вуза. Сумел сформировать мощный, прекрасный, хорошо воспитанный коллектив. Я имею в виду в научном плане, да и в социальном плане воспитанный коллектив. И имеется в виду профессорско-преподавательский состав и сотрудников. И набрать приличных, весьма приличных желающих работать в нашей области студентов. Это они, первые студенты, первые экзамены и субботники, первые радости и невзгоды. А вот они на строительстве Байкало-Амурской магистрали, на великой стройке 20 века. И, наконец, первый выпуск молодых инженеров. Это было в 1978 году. Теперь кое-кто из них ушел, как говорится, на заслуженный отдых. В 1984 году ректором нашего института был назначен Сергей Владимирович Копейкин. Вы, наверное, его знаете, все знаете. Он работает, заслуженный деятель науки, доктор технических наук, профессор. И он проработал в должности ректора института, проработал 6 лет. И вот тогда при нем, в рамках продолжения становления нашего института, реально строиться начался наш институт. Преподаватели, студенты после занятий приходили на стройки, строили общежитие, строили вот этот корпус, строили другие корпуса, построили очень много. Поэтому в базе нашего вуза лежит труд наших студентов, наших сотрудников, наших преподавателей. На лекциях и в лабораториях зазвучали тогда новые слова: компьютер, электронные машины, Микроша, Наири, ЕС-28. Появились совсем новые специальности – локомотивы, вагоны. Однако век электроники – не помеха ни спорту, ни художественной самодеятельности. Кстати, обратите внимание на наших ребят и девчат. Мода 80-х годов. Вот тогда и появились у нас конкурсы красоты и их красавицы. Этот уголок Самары принадлежит нам. Целых 2 гектара земли. И кроме того, у нас еще 12 учебных корпусов в других районах. Вот так и живем. После Сергея Владимировича Копейкина ректором стал в 90-м году Владимир Иванович Варгунин. Варгунин работает сегодня заведующим кафедрой в нашем вузе и работает весьма успешно. Вот он продолжил вот эту вот
я бы сказал так, историю, строительно-научную историю, как первичный этап, я сказал. Уже студенты, преподаватели, сотрудники стали работать в условиях большей свободы, что касается систем аппаратуры различного рода, техники, аудитории. А ведь работали сначала, мы в этих аудиториях работали, три смены работали. Негде было студентам разместиться, даже вот этим студентам, которых всего лишь было 150 человек тогда, когда начинали. Одним из особенно ярких и переломных этапов без преувеличения можно считать последние 3 года. Эти строки из приветствия нашему коллективу от руководителя Департамента кадров и учебных заведений МПС Николая Матвеевича Бурносова. Прошли годы, но эти слова живут и сегодня. Таковы законы эстафеты поколений. Заседание ректората. Когда-то и они стояли у руля. Теперь им сверху видно все. После того, что отработал Владимир Иванович Варгунин, ректором пришел Левченко Анатолий Степанович. Великолепный человек, великолепный организатор. Планов, которые не были до этого выполнены, не в этом были утверждены, были сделаны с его помощью, под его руководством. Очень многое. Доделаны эти корпуса, доделаны еще масса корпусов. Сданы корпуса, учебные корпуса, ведь у нас институт разбросаны, сданы общежития. Некоторое время после того, как он поработал ректором, он опять был призван на службу, на железную дорогу, уже не нашу, правда, не Куйбышевскую, а Челябинскую, и там стал там работать начальником дороги. Но до этого некоторое время он поработал президентом нашего вуза. Есть такая служба, президент была введена. Нам очень всем серьезно повезло, что Анатолий Степанович Левченко работал у нас ректором. Немного, но настолько эффективно, что мы сегодня его благодарим и помним. После Анатолия Степановича ректором стал Александр Владимирович Ковтунов, которого вы знаете вы все лично. Он назначен ректором ровно 10 лет назад. Это, в общем-то, человек, который продолжал то, чем занимались другие ректора, то, чем занимался Анатолий Степанович Левченко. С моих позиций Александр Владимирович Ковтунов был ректором прекрасным. Поверьте мне, потому что я очень часто общался и очень часто все это видел. Он старался для вуза сделать. При нем вуз стал уже университетом, крупнейшему университету, крупнейшему, который, кстати, стали уважать уже не только у нас, в нашем регионе, уважают и за пределами нашего региона. Но кто-то из вас будет когда-нибудь и кандидатом, даст Бог, будет доктором, а может быть, и академиком, а может, премьер-министром и президентом. Может быть, такое это зависит от человека. А сейчас мы перенесем свое повествование на полигон железнодорожной техники нашего университета. Вернее, это уже теперь целый музей истории развития железных дорог. А вот и его создатели: Менчик, Анисимов, Лысак, Шипелин, Балакин. И возглавляет эту творческую команду выпускник нашего университета Сергей Иванович Корягин. Он же кандидат технических наук, он же доцент кафедры, он же начальник Центра научно-технической информации Куйбышевской железной дороги. Окончание эксплуатации паровозов серии «Р» относится к 1986 году.
Практически он проработал 80 лет на российских дорогах. Ни один паровоз столько лет не проработал. Этот паровоз пережил своего создателя на 30 лет. Лопушинский умер в 1959 году. Вот за все время Великой Отечественной войны было проведено 80 тысяч составов с военной техникой. 50 тысяч составов было проведено с эвакуированными беженцами и с эвакуированными предприятиями. И где-то порядка 11 тысяч эшелонов проведено с военными госпиталями на колесах. Вот, если бы не этот паровоз, я не знаю, чем бы все это и закончилось. Это паровоз-труженик. А вот это здание – точная копия вокзала станции Дашково на бывшей Маршанско-Сызранской дороге, с которой берет начало Куйбышевская магистраль. Добрый день, молодые люди. Можно вас отвлечь на минуточку? Вот у меня в руках книга «30 лет пути». 10 лет назад была написана о 30 тех годах, которые были до того юбилея. Вы сколько уже здесь учитесь? 5 лет. Это большой срок. Что вы могли бы сказать о нашем университете? Какие изменения вот у вас на глазах произошли? По моему мнению, разнообразил студенческая жизнь в университете. Проводится как спортивные, так и общественные мероприятия. Притом их количество увеличится с каждым годом, и они становятся все интереснее. Также открыли музей под открытым небом на Литвинову, который может посетить каждый наш студент, пройти в локомотив и даже посидеть в кабине машиниста. За 5 лет, которые я провела в университете, улучшились условия проживания в общежитии, проводятся ремонты. Еще нам в общежитии провели интернет. Это очень удобно, потому что можно подготовиться к занятиям, не выходя из комнаты. А совсем недавно у нас появилось собственное телевидение, Самгубс ТВ, с которого можно узнать все интересные новости университета. Я считаю, что университет дал нам все знания для того, чтобы мы стали дипломированными специалистами, да, и вышли на железные дороги страны. Мы прошли свою определенную школу жизни здесь. Итак, завершающее десятилетие наших 40 лет. Именно оно принесло нам новое высокое слово – «университет», которое отразилось и в гимне «Самгубс». Теперь он звучит на самых значимых событиях. Но молодого инженера рождают не события, а будни, нелегкие студенческие будни. Только они могут открыть клады науки и практики. И если ты сумел познать эти богатства, то светофоры жизни вспыхнут для тебя зелеными сигналами. Вот так и они собрались все здесь, в управлении Куйбышевской железной дороги на селекторном совещании. Все с достойными погонами и достойными дипломами нашего вуза. Все до одного – мозговой центр магистрали. Это тоже дети твои, Самгубс, на стройках Олимпийского Сочи. А вот на Всероссийском форуме молодежи. И завершит это путешествие по дорогам истории нашего вуза, исполняющий обязанности ректора, доктор технических наук, профессор Иван Константинович Андрончев. Дорогие друзья, быстротечно и величаво течет река времени. Проходят годы, десятилетия, приходят даты. Вот и сегодня нам 40 лет. Для человека это пора вхождения в зрелость, мудрость, высокое достоинство – это присуще нашей дате. И сейчас, оглядываясь на пройденные годы, мы видим разительные перемены, наши успехи и достижения. Позвольте обратиться к языкам цифр. Более 30 тысяч специалистов подготовлено в нашем вузе за это время. И сейчас в учебных аудиториях и лабораториях около 24 тысяч студентов
грызут орешек знаний высшего и среднего профессионального образования. К выпуску их готовит профессорско-преподавательский состав, остепененных которого превышает 70%. Это высокий показатель. Большим событием в жизни нашего университета стало вхождение в его состав железнодорожных техникумов и медицинского колледжа Приволжского федерального округа. Из года в год крепнет научный потенциал и ширится связь с производством. В большой нашей библиотеке только одних патентных документов насчитывается более 2,5 миллионов экземпляров. В 2000-е годы в стенах нашего университетского дома зазвучали незнакомые голоса. Немецкий, итальянский, французский, чешский, польский, финский. Это включились в работу договора о сотрудничестве с зарубежными университетами. Сегодня наши корпуса объединены в единое информационное пространство волоконно-оптической сетью, в том числе и филиалы нашего университета. С особой гордостью следует отметить наш учебный полигон с транспортной техникой и музеем, который насчитывает более 50 единиц. Все это большой труд нашего коллектива и студентов. Неоценимую помощь, практический вклад и личное участие оказали в развитии нашего университета начальники Куйбышевской железной дороги Дмитрий Степанович Сугак, Геннадий Ильич Чернов, Эдуард Сергеевич Поддавашкин и другие начальники дороги. В заключение позвольте поздравить профессорско-преподавательский состав, студентов, аспирантов и выпускников СамГУПС с 40-летием. Пожелать им успехов в работе, свершения всех их творческих планов, здоровья, счастья, любви в жизни вам и вашим близким, дорогие друзья. Во все концы уходят поезда, во все концы страны такой огромной. Их люди ждут, мы что-то ждем всегда. Их ждут заводы, города и домы. Железный путь, как ты далек и прям, тобою шар земной, как обручем окован. И вместе с ним, наверное, наш ГУПС одной судьбой с тобою окольцован. Стучат колеса под грузом ветхим, и днем и ночью гудит железка. Матушка, железная дорога, на нее надежда, как на Бога.